Трое детей, 2, 14 и 15 лет, отравились угарным газом в селе Герменчик Бабаюртовского района. К счастью, обошлось без трагических последствий. Дети были доставлены в центральную больницу района. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. Обстоятельства произошедшего выясняются. И еще один случай отравления угарным газом произошел в республике за минувшие дни. В поселке Ленинкен госпитализированы 5 человек, трое из которых несовершеннолетние дети. По данному факту прокуратурой республики организована проверка. В ближайшее время будут установлены причины случившегося и дана оценка соблюдения требований при эксплуатации газового оборудования. Дагестанские медики покорили гору Килиманджаро. В экспедиции на самую высокую точку в Африке направились Абдулла Магомедов из Дагестанского центра медицины катастроф и Адам Хайрулаев из Республиканской клинической больницы скорой медпомощи. Восхождение прошло по плану. Влетел на автомобиле прямо в техцентр. В Кизилюртовском районе водитель машины ВАЗ-2114 не справился с управлением и врезался в ворота СТО. Это произошло из-за столкновения с приорой, которая выезжала со второстепенной дороги. ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Никто из рабочих не пострадал. Автомобиль, находившийся в это время на подъемнике, также не был поврежден. Незаконный карьер выявлен в Левашинском районе. Инспекторы Минприроды Республики по обращениям жителей села Хаджалмахи и Купа выехали для проверки факта. В ходе обследования в окрестностях села был обнаружен участок с установленной на нем спецтехникой по добыче песчано-гравийной смеси. Материалы для установления лиц, причастных к нарушению, будут направлены в правоохранительные структуры.